воздухе летчик на крышке. Ахтунг! Ахтунг! По крышке не долю! Ахтунг! Ахтунг! По крышке не долю! По крышке не долю! Ахтунг! По крышке! По крышке! Внимание, внимание! В воздухе Покрышкин передавали рации немецких самолетов. Воздушный бой — это секунды. Истребитель стремительно набирает высоту, делает переворот через крыло, решительно атакует противника. Высота, скорость, маневр, огонь! Идет к земле горящий Мессершмитт. Гвардии полковник Покрышкин в бою над Вислой сбил 59-й немецкий самолет. Пятьдесят девять воздушных побед. Фоке-Вульфы, Хейнкеля, Мессершмитты, Юнкерсы, Дорнье. Германские самолеты всех типов встречал в полете Покрышкин. Настигал, сбивал, жег. Он уничтожил свыше сотни летчиков. Больше 10 авиационных отрядов Германии. За время Великой Отечественной войны он пролетел с боями 240 тысяч километров. Это расстояние равно 6 перелетам вокруг света. Родина высоко оценила его воинские подвиги. В Кремле. Первый трижды Герой Советского Союза получает третью золотую звезду. Первый трижды Герой. Среди боевых летчиков времен Великой Отечественной войны имя Александра Ивановича Покрышкина на особом месте. Первый трижды Герой Советского Союза. Автор новых тактических построений и приемов воздушного боя. 59 вражеских самолетов, сбитых лично. 650 боевых вылетов и 156 воздушных боев, из которых он неизменно возвращался целым и невредимым. Летный почерк советского аса немцы изучали наравне с предписаниями высшего командования. Предостережение «Внимание, внимание! В небе Покрышкин» стало своеобразной высшей аттестацией нашему летчику. Писатель Алексей Тимофеев в своей книге «Покрышкин» так описывает легендарного истребителя по фотографии 1941 года. Лицо Покрышкина бодрое и свежее, словно нет позади полугода боев и страданий. Никаких морщинок и мешков под глазами. Здоровье избыток. Летчик готов к новым боям. Кажется, есть в лице летчика и некое презрение. Да, это презрение к смерти. Писатель Алексей Тимофеев – гость нашей студии. Здравствуйте, Алексей Викторович. Рад вас видеть в нашей студии. И прежде чем начать разговор о Покрышкине, хочу задать вам вопрос. А вот на ваш взгляд, а кто идет в летчики-истребители? Какие люди? Обыкновенные, либо в чем-то особенные люди? Это очень важный вопрос для понимания вот этой темы нашей о Покрышкине, о других летчиках. Я беседовал со специалистом вот, по авиационно-космической психологии, генералом Пономаренко. Вот он мне и читал его книги. Он рассказывал, что это... Нет, действительно, это особенные люди, вот летчики-истребители. Вообще в летчики, допустим, они гоняют на мотоциклах, они идут на медведя, еще с детства прыгают с крыши, там у многих это есть в биографиях. Это люди, которые стремятся испытать себя, которые стремятся, говоря таким некоторым с пафосом, стремятся к подвигу, к экстремальной такой жизни, а им скучно вот здесь, так сказать. Это будущие многие герои. Они, кстати, многие одарены художественно, допустим. Вот Покрышкин, например, любил Пушкина. Любил цветы, вот Покрышкин. Понимаете? Цветы. У него всегда в землянках стояли цветы полевые. Или там на Кубани, допустим, пионы, ирисы. Он любил красоту. А как вот Покрышкин заболел небом? Ну, он заболел, как многие тогда, в 20-е годы, в начале 30-х годов. Переломные годы. Появились самолеты. Стремление стать летчиком у меня... зародилась еще в детстве, когда увидел прилетевший в Сибирь первый агит-самолет. Это лет мне было 10-12. Ну и как весь город прибежал смотреть, так и я, мы были школьники, конечно, вместо школы прибежали,
потрогал я стоящий самолет, пощупал его крылья и сказал, только буду летчиком. Я считаю, что летчиком-истребителем может быть человек, который смело действует, лишь бы выполнить задачу, идет на большой риск и даже на самопожертвование. Но, как говорят, рискованно может быть летчик и смелым и тому подобное. Это не значит, что он еще настоящий, хорошо подготовленный боец. Чтобы побеждать в бою, вот кроме патриотизма, надо любви к родине, надо иметь еще такие данные. Это хорошо знать и владеть боевой техникой. Я сросся с самолетом. Я чувствовал, как свое тело его. И никаких раздумий, понимаете, я чувствовал любые маневры, понимаете. И несмотря на то, что самолет сложный, много вот, МиГ-3 там и убивали все хорошие летчики. Штопор сорвался. За всю время войны я ни разу в штопор не сорвался. В самых тяжелых боях. Не говоря уже так, в каких-то учебных. Потому что я чувствовал самолет. Начинаем воздушный бой, скажем. Пошли мы в воздушный бой, в учебный. Сошлись в лоб. Ну, не обязательно, а вот так, сходя. И сейчас ты идешь левым боевым разворотом. Твой противник тоже левым разворотом. А я при учебных боях. Ну и опять сходимся в лоб. А как мог в хвост зайти? Вот. Пошли. Он пошел левым боевым разворотом после лобовой атаки. А я пошел вертикально на горку. И сваливаю вот наверху, когда скорость меры, да, говоря, такая эволютивная, позволяет еще не на пределе. Дал вот крен. И самолет сам ляжет. И я довернул, понимаете. И я фактически оказался у него в хвосте. Ну, раз я уже встал в хвосте, уже от меня вырваться трудно. Уже он крутится, а я за ним. Все время стараюсь прицел поймать его. Это, потому что сзади оружия нет, он не может стрелять. Значит, только как-то вырваться из моего прицела. Ну, пилотировал здорово, поэтому не так просто было уйти из моего прицела. Обычно, когда говорят о Покрышкине, в основном описывают его воздушные поединки. Но мало кто знает о его семье. Вот что за семья была у Покрышкина? Семья такая патриархально-крестьянская. Значит, родители переселились из Вятской губернии. Новониколаевск еще тогда. Город Новосибирск, да, он первоначально город... назывался Новониколаевск. Город Святого Николая, да, и в честь государя-императора Николая. Что такое Вятская губерния? Это... Леса, так сказать. Вот почему Покрышкин фамилия? То, что предки все были, крыли крыши и делали печи. То есть это не каждый может сложить печь, чтобы она грела. Крыша, потому что северный ветер, ее надо сделать так, чтобы она, так сказать, стояла. Это наиболее квалифицированные люди, как говорится, с головой и руками золотыми. Отец Иван Петрович, он был на стройке, также работал, строил Новосибирск, Новониколаевск еще. Мама была домохозяйка. Очень верующая православная женщина. Она постоянно ходила в церковь все советские годы. Она, в принципе, отмолила, конечно, Покрышкина, потому что по его описаниям он раз 10 должен был погибнуть на фронте. Вот один раз пуля просто прошла, она ударила в борт кабины, прошла его подбородок, кровь брызнула на лобовое стекло, ударилась в ролик и ушла, поцарапав лямки парашюта. Треугольник смерти. В полете. Ну что могло спасти человека? Или он лежит на аэродроме, лежит, бомбит аэродром. И бомбы ложатся уже вот рядами, идут ко мне, ложатся вот эти бомбочки рядами, так сказать. И вдруг несколько метров они останавливаются. Кончились, он улетает, немец. И таких случаев было у него немало. Вот молитва мамы, всю войну она ходила и молилась. Единственная, по-моему, в Новосибирске оставшаяся церковь. Вот такая патриархальная семья. Очень здоровый образ жизни. Там речка Каменка, вот эти ребята. Он, главное увлечение были голуби. Вот
он любил полет вот этих голубей. Там все мальчишки любили. Там эти были голубятни, запускали. Там. Это же целый мир голубятников. Конечно. Вот так жил, как испокон веков жили. Это, по сути, допетровская Русь. Отец, так сказать, глава семьи. Мама хранительница устоев. Бабушка долгожительница жила далеко за 80. Когда она умерла-то? Перед войной уже. Она очень любила Сашку, считала, что он бедовый. Вот он любил там прыгать с крыши, надевал юбку бабки, так сказать, как парашют. Маленький, несколько лет. Он занимался спортом. Он еще в раннем возрасте прочитал «Гимнастика Мюллера», была тогда популярная, вот такие там всякие растяжки, то все прочее. Книжку добыл и начал делать в палисаднике эту гимнастику. Да, по пояс, так сказать, обнаженный, в любую погоду, зимой. Мать ему говорит, куда ты опять над тобой люди смеются, что ты кланяешься там? А ему было вот все равно. Вот он вот поставил себе цель и занимался этой гимнастикой. Вот он прыгал с 10-метровой вышки, вход в воду, допустим, прыгал. Он был физически развит так, что к нему на пляже подходили художники, просили позировать. У него была такая фигура, то есть фотография его на берегу моря. Потом, он постоянно на турнике занимался. Он очень любил гимнастику, все снаряды. Кольца, перекладина, турник, плавание, естественно. Вот на велосипедах, допустим, на велосипедах они по пологому склону катились. Вот он на велосипеде вставал на левой ногой на сиденье велосипеда, делал ласточку. И катился так сколько-то сот метров. Какая нужна координация это движения и какой-то и риск. Это запредельное. Случилось так как-то, что он заболел, пневмония была. Но тогда же еще пенициллин-то только во время войны появился, еще пенициллина не было, но тем не менее. Вот врачи были как-то настолько разносторонние. Пролечил врач и сказал, что только вот наказ такой дал ему на лето. Там же резко континентальный климат, очень холодная зима, но лето жаркое. Река Обь. Широкая. Вот. И ребята-то, конечно, всегда там в песок, на Обь гулять, плескаться. И, ну, это развлечение совершенно естественное, тем более каникулы и все прочее. Вот. И врач ему сказал, что если ты хочешь полностью выздороветь, то делай так. Ты каждый день ходи на берег, на пляж и грейся на солнце. Каждый день, все лето, как только солнце, ты должен быть на солнце максимально. Но даже ногой не ступай в воду. И что вы думаете? Все лето мальчишка, которому, я не знаю, там лет 14-13, а ребята-то, они же подначивают. Сашка, ты что, слабак там туда-сюда? Вот. Ноль внимания. Вот как ему врач сказал, потому что у него все время была мысль. Он должен иметь здоровье. Наконец-то он в летное училище получил путевку. Приезжает. И с 1 сентября того года это училище перепрофилировали исключительно на техников, авиатехников. То есть летное отделение убрали. Вот. Тем не менее, он проучился. Но, кстати, это ему дало очень много в жизни. Вот все, что не делается. Потому что он понимал всю матчасть самолета. Он все детали, все узлы, все понимал. И вот он мечтал быть летчиком и подавал уже просьбы перевести в летное. Но не отказ. Он был хорошим авиатехником, он был нужен. И он еще, кроме того... Постоянно, вот он мне рассказал, вот этот Василий Игнатьевич Севастьянов, в своей квартирке он жил, Покрышкин, он постоянно штудировал военную литературу там, и Суворова, и других, так сказать, что ему доступно, и техническую литературу. Он был великолепно подготовлен технически, он был инженером. Его еще называли в детстве Сашка инженер, он был изобретатель, он пулемет изобрел. Он мог усовершенствовать самолет, он Поликарпову писал какие-то усовершенствования. То есть... Он был мыслитель, инженер, еще помимо вот его выдающихся летных физических качеств. И ему не удавалось стать летчиком. Это было этого мучило. Он всегда, вот эти фотографии 30-х годов, у него нет такого веселья безоглядного. Потому что многие летчики, это белозубая улыбка. А у него нет, он весь в себе какой-то вот такой. Его даже направили в Академию Жуковского, чтобы он стал
инженером, летчиком, и уже пошел по этой пути. Ему это, в общем-то, нравилось, но все-таки вот перед Сивиллой, конечно, летный, он мечтал быть летчиком. И вот только в 1939 году он закончил аэроклуб за полтора месяца, годовую программу, так он был готов к этому. Он тренировался уже сам на тренажерах. Он уже летал со своим другом. В воздух он выходил на крыло там и делал какой-то ремонт на высоте полтора километра, так сказать. Его ничего, он не боялся, его ничего не страшило. Он встретил войну вот готовым к войне. В отличие от многих наших молодых летчиков, которых направляли с малым налетом в бой. Он был готов. И вот он встретил войну как сжатая пружина, так сказать. А какой вот путь прошел Покрышкин к вершине своего боевого искусства, да, к Кубанскому сражению? Что, какой опыт он сумел накопить за 1941-1942 года? Ну вот так была выстроена его судьба, что он прошел самый тяжелый опыт. 1941-1942 год, год он не выходил практически с передовой. Все тяжелейшие вот эти отступления через всю Украину до Ростова и до предгорий Кавказа Покрышкин прошел этот путь тяжелых потерь, тяжелых боев. Два раза выходил из окружения. Он описывает это очень подробно в своих книгах. У него в своей книге большую часть занимает 41-й год. И он даже говорил, что тот, кто в 41-м-42 году не воевал, тот войны по-настоящему не знает. Вот это дезорганизация. Вот, допустим, его даже использовали в первый год части как воздушного разведчика, поскольку он мог вылететь, вернуться в любую погоду. Хорошо ориентировался. Ориентировался, как никто он, вот этого пространства воображения. У него чувство предвидения было, интуиция была развита. Природная была гениальная интуиция. Вот, например, в декабре 41-го года он сидит в землянке и прикидывает, как сейчас лететь. Абсолютно нелетная погода. Туман опустился густой, декабрь. Приказ его вызывает командиру полка, дивизии, не помню. И говорит, немедленно нужно найти танковую группировку Клейста, 200 танков. А надо, вот-вот нанесет удар по Ростову. Нужно немедленно ее найти. Двое уже не вернулись. Одиночных летчиков, разведчиков. Покрышкин летит, говорит. У него были еще сложные отношения с этим Кавдивом. Он, правда, ему матку резал в глаза. Тот его не давал никаких наград, хотя уж летчики ни один орден получили его полка. И Покрышкин взлетает вот нелетную погоду, вот техника описывает. Абсолютно. Самолет сразу скрылся из глаз. Туманище, говорит. Он ориентировался, летел над землей, ориентировался по телеграфным столбам, как-то вот так вот, по карте. Он все это, но я в землянке проиграл весь этот полет. И он, и его интуиция привела там поле, где в стогах сена прятались эти танки Клейста. Они открыли огонь по нему, увидев его, и надо было сбить. Они поняли, что это разведчик. Но он так не склетел, они не смогли его сбить, и он вернулся. За это он был награжден орденом Ленина. 41-й год, тяжелейшие бои, причем с первых же боев начал вести альбом свои, схемы, чертежи воздушных боев. Все время аналитика. Аналитика сплошная. Вот у него аналитический дар. Ну, и летчики на него смеялись. Ты что там начал «Войну и мир» писать? Ну, мне говорил один тоже, опять же, летчик, Григорий Васильевич Дольников, молодой он был летчик. Он говорит, ну, летчик, особенно мы молодые, там, 20-летние, возвращаясь из боя, ну, что там, ну, хотели отдохнуть, там, ужин, потанцевать, так сказать, повеселиться. А он сидит, что-то чертит, говорит. Ну, он у него был батя. По 30 лет он был батя уже. Он основательный уже был, прошел такую тяжелую жизненную школу. И вот он начал все это чертить, он сидит, думает, у него все время в планшете логарифмическая линейка. Ну, кто там из летчиков пользовался линейкой? Она сейчас в Музее вооруженных сил центральном лежит. Его логарифмическая линейка фронтовых лет. Вот он начал создавать эту тактику воздушного боя. У него на этой почве начался конфликт с командиром полка. Он говорит, ну, нужно летать по уставу. А устав не соответствует. Реальным. Боевым. Да. И таких летчиков-мыслителей, чтобы был и боец, и мыслитель. Вот у немцев тоже был один такой, только это Вернер Мёльдерс, который больше всего сбил в Испании самолетов, в том числе наших. Это молодой был, тоже красавец, 25-летний, вот в Испании. Тоже 13-го года рождения, как и Покрышкин. Они родились практически в один день, в марте 13-го года. Два главных мыслителя. Два главных мыслителя.
нас были инструкции, наставления, которые, конечно, не соответствовали по-настоящему тем условиям, в которых приходилось нам вести бои. Потому что это было без хорошего опыта создано. Опыт наших добровольцев в Испании, в Китае секретный был. Люди писали, которые сами не воевали. А в гражданской войне авиации особенно не было, понимаете, которая бы дала нам большой опыт. Поэтому в боях каждый бой для нас был и школой. Все рождается новое в борьбе. Вот это все инструкция, это которую пришли мы, это консерватизм, который, конечно, не уступал дорогу. И все новое, которое не записано в инструкции, это борьба. А борьба с кем? Споры с начальством. Начальство по инструкции, а ты против. Потому что начальство не летает само. Оно не понимает, что такое воздушный бой. Оно с земли. На земле только по разговору летчиков. Вот, или по докладу. А ты видел своими глазами всю динамику боя. А они по ним действуют, а я по-своему. И напрямую. Ну, характер сибирский такой. Я вообще тут знал, дальше фронта не пошлют. А потом все равно здесь сегодня, завтра убьют. Думать летчику надо, думающий. Истребитель должен думающим быть. Искать должен. Новатором должен быть. Покрышкина снимают замкомандира эскадрильи. Покрышкин, ты не так воюешь. Он был человек прямой, всегда говорил только правду. Вот не мог ничего дипломатично промолчать. Говорил, как надо воевать, когда гибли на его глазах его ребят, так сказать. Их требовали, вот летите тройкой, так сказать. А тройка была ясна, надо ли только двойкой. Это обеспечит маневренность в бою. И таких много еще таких тактических приемов. Все это он в 41-м году, в 42-м прошел вот эту школу. И когда их отвели для получения уже... полку практически не осталось самолетов. Их отвели осенью, в августе 42-го года, отвели на получение новых самолетов. Аэрокобр американских новых самолетов. На Кавказ, в Азербайджан. И вот здесь произошел какой-то переломный момент в его жизни и в личной. Да. Вот расскажите, пожалуйста. Вот драматический перелом. Обычно об этом периоде ничего не говорят. Ну, он сам его описал в своих книгах. Может быть, не все он там, конечно, писал. Я, опять же, говорил с людьми-очевидцами, которые были еще живы в 90-е, начале 2000-х. Вот их отвели в этот азербайджанский поселок Аджикабул. Несколько полков, жарище там, осень 42-го года, тяжелейшая на фронте обстановки, приказ ни шагу назад уже. Они ждут новых самолетов, они задерживаются. Там одна столовая на несколько полков. И в столовую, чтобы попасть, нужно было очередь занимать сразу после завтрака. А гвардейский уже полк, который стал покрышкинский, у них отдельные были столики. И тут их столики заняли другие там... Ну, я не буду детали этого конфликта. Завязался конфликт. Как всегда, за правду. Как всегда, он был впереди своего, так сказать, своих ребят. Он был батя? Он был батя. Он был мощный боец, так сказать, и кулачный, и так далее. Вот. В документах есть, что он даже ударил по лицу начальника особого отдела соседнего полка. Вообще-то говоря, это, конечно, это экстраординарный случай. Его под арест, так сказать, там были у него все-таки доброжелатели. Тут вернулся комиссар полка там из учебы, который его уважал. И были задействованы, так сказать, рычаги, как Покрышкин, лучший разведчик Южного фронта. И вот его, так сказать, под трибунал. И слава богу, он избежал этого трибунала. Но он сидел на берегу реки, уже там его выпустили, там уже из-под ареста вроде. Говорит, хорошо, у меня отняли пистолет. Он был близок уже к тому, чтобы просто покончить счеты. И в этот момент он встречает вот человека, вот судьба, вот эта медсестра Мария, вспыхнула любовь с первого взгляда. Она прекрасно описана в книге у Марии Кузьминичной. Она мне сама рассказала, я с ней дружил несколько лет, последних лет ее жизни. Она говорит, это была любовь с первого взгляда. Она сидела на дежурстве в медчасти и входит навестить товарища, три летчика. Она говорит, я поднимаю от книги, она читала книгу, поднимаю глаза от книги, и передо мной картина Васнецова «Три богатыря». Три богатыря. Высокие, плечистые, стройные, молодые. Покрышкин в центре. И его прямой взгляд на меня. И говорит, я чувствую, это он. И тут покраснел, почему так я почувствовал. А Покрышкин потом говорит, что у него тоже было такое же чувство. Сразу же, с первого взгляда.
Она была очень эффектная молодая женщина, Мария Кузьминична. Была одна из лучших медсестер, операционная медсестра. Она мечтала быть врачом-хирургом. И она могла бы стать, она выдающаяся была женщина. Но вот вспыхнула любовь, которая потом стремительно развивалась. И уже они решили уже соединить свою судьбу вот осенью 42-го года. Когда наши отношения, так сказать, уже оформились, нам уже все стало ясно, все стало на свои места. Александр Иванович, как-то вечером они взяли лодочку и по Каспию там проплыли все по побережью на лодочке. И Александр Иванович ему сказал, что вот, ты знаешь, вот, так сказать, люблю Марию, хочу на ней жениться. Вот. А Вадим ему говорит, Сашка, ты с ума сошел. Разве можно во время войны жениться? Потому что, говорит, а вдруг тебя убьет, она останется одна, да еще чего доброго с ребенком. Вот в таком духе разговор у них. Ну, потом они приплыли к берегу, значит, Александр Иванович там пошел своими делами заниматься. А я в санчасти веду прием. У меня где-то человек 30-35 народу. И вдруг, значит, открывается дверь, вихрем врывается Вадим, и во всеуслышание. Вы понимаете, что такое, когда у человека есть жгучая тайна? И вдруг, значит, Вадим таким, знаете, голосом говорит, Машенька, меня Сашка Покрышкин прислал узнать, ты его очень любишь или нет? Ну, вы понимаете мое положение. Я до того была смущена и обескуражена, я не знала, что мне делать и куда мне деться. Вот, потом, значит, он понял, что он, так сказать, совершил некоторую оплошность. Он подошел ко мне, обнял меня за плечо. Ну, Машенька, ведь это же так все просто. Это все просто. И, кстати, Сашка просил тебе сказать, что он тебя очень любит и хочет на тебя жениться. И он в конце жизни сказал, вот поставь мне всех красавиц мира, и в конце стоял бы ты в своей гимнастерке и кирзовых сапогах. И только тебя я бы выбрал. Осень 42-го года, окрыленный Покрышкин, он, говорит, даже изменился внешне. Он был вся хмурый, суровый, замкнутый, мог резко отбрить кого угодно, вплоть до любого начальства вообще. Он как будто изменился, говорит, вот стал улыбаться, говорит Покрышкин. Вот что значит счастливая любовь. Вот. И вот он окрылен, оттренировал свою эскадрилью по своей тактике. Вот кубанская этажерка. Ее сначала называли Покрышкинская этажерка, потом Покрышкин скромно уступил свое авторство, хотя только он это создал. Вот 8 самолетов эскадрили с превышением на высоту, вот так вот они строятся в небе, их даже не видно, что они вместе. Но уже на американских самолетах были радиостанции, он смог эту эскадрилью... Этажерку выстроить, да. И они могли прикрывать друг друга, обзор многократно увеличился. И вот эту свою эскадрилью, там около 10 летчиков, среди которых был лучший дважды герой Речкалов, они прибыли на Кубань и вот вступили в эти жесточайшие бои на Кубани. И вот здесь немцы стянули все свои лучшие авиационные силы, все свои эскадры вот эти, Хартманов своих вот этих всех, АСа-52 эскадры и так далее. Они вступили с численным превосходством на Кубани. Там очень театр боевых действий воздушных очень ограничен, там горы, море, так сказать. И поэтому вот в итоге, там, когда наши тоже подтянули, вот 1000 на 1000 самолетов сошлись на участке фронта, ну, там в 10 километров. Там сотни самолетов мелькали, эти огненные трассы. Я опять же разговаривал вот с этим водителем нашего командующего, будущего маршала Вершинина. И вот, говорит, на моих глазах вот эти воздушные бои, на низкой высоте, прекрасная видимость. Как будто, говорит, стаи разъяренных ос, вот этих железных, механических, грохот, они с диким ревом надсадных этих моторов, на пределе на эти моторы, на форсаже, дикий рев, говорит, гремят пушечные и пулеметные очереди над нашими головами прямо. Они вспыхивают, говорит, врезаются в землю, летят на парашюты, говорит, к ним летят брать их в плен, так сказать. Падают летчики, падают самолеты, небо перечерчено уже этими следами. Здесь идет, и вот Вершинин говорит, и тут, говорит, загремело имя Покрышкина. Из этих радиостанций, говорит, вот стояли американские радиостанции, говорит, оттуда Ахтунг Покрышкин. Из немецкой, говорит, тоже мы слышим Ахтунг Покрышкин, хотя не так просто было слышать. Только в 3 случаях немцы переходили на голосовые сообщения, все даже было у них зашифровано. Только Ахтунг Панцер, то есть прорыв танков советских, Ахтунг Партизанин, в тылу удар, и Ахтунг Покрышкин. Больше я не слышал, чтобы они переходили на Ахтунг. И поэтому вот здесь прогремело имя Покрышкина. Причем оно прогремело с немецкой стороны.
И тут наши узнали, начали спрашивать, кто такой Покрышкин-то? Почему его все время Покрышкин? Как всегда, главное, что враг признал тогда. Да, признал. Тогда... И тут начали, кто такой Покрышкин, бывший этот штрафник почти что. И вот Вершинин уже начал приезжать в пол, девал Покрышкин. Он говорит, они подолгу, говорит, Вершинин расспрашивал Покрышкина, как тут воюют, почему, чего. И начали перестраивать вот эту нашу... Всю тактику. Да, тут главком ВВС Новиков начал приезжать. Тоже с Покрышкиным общался. И поэтому Новиков назначает его Покрышкина комдивом 9-й гвардейской дивизии, которая стала уже вскоре лучшей нашей дивизией. То есть Покрышкин не только воин, мыслитель, тактик. И он еще не только мыслитель, но он еще и педагог, наставник. Никогда он не пускал этих новичков, только что прибывших. Это, говорит, преступление, сразу бросить их в бой. Постоянно с ними не работал. Даже вот он за месяц уже мог их ввести в строй, так что они уже не были такими мишенями. И описывая, ученики это описывают. Они вот так благодарны. Вот его непосредственно 12 учеников или там чуть больше не стали вот герои Советского Союза. Они пишут, что мы благодаря ему остались живы и стали асами. Ему вообще очень важны были именно люди, то есть там это уже в дальнейшем неоднократно бывало, когда у него уже на прицеле немецкий самолет, и он получает сигнал, что в беде его ведомый, все, он бросает, разворачивается и идет на выручку ведомого. И, кстати сказать, вот он настолько был скромен, и вот это лично мое мнение, он практически был лишен чувства тщеславия. Ну, каждый из нас, хоть меньше, больше, но все равно немножко тщеславен. Вот мне кажется, что у него оно отсутствовало, патологически отсутствовало чувство тщеславия. Вот единственное, он ни наградами, ни сбитыми, ничем он не гордился. Единственное, наверное, чем вот он гордился, это тем, что по его вине не погиб ни один из его ведомых на протяжении всей войны. То есть у него очень было, так сказать, такой пиетет перед человеком. Спасти, не потерять людей. Естественно, он всем полезным делился со своими ребятами, со служивцами. В дальнейшем, уже когда он там стал комполка и так далее, у него, даже его сослуживцы прозвали его землянку, ну, где они, допустим, там или здесь, на том или ином аэродроме, Академия Покрышкина. Потому что как только заканчивались день, полеты заканчивались, все знали, что первое, что это они идут к Покрышкину, где идет разбор полетов, ошибок, наоборот, что нужно взять и у врага, что нужно взять на, так сказать, себе на заметочку. И, так сказать, отработка дальнейших действий. Что касается Александра Ивановича, ну, надо понимать, что в целом в семейной обстановке, ведь семья живет не с трижды героем, а просто либо с отцом, с дедом, с мужем, понимаете? Поэтому в семье у нас совершенно нормальные были отношения, как в обычных семьях, когда есть три поколения, к примеру. Старшие, средние, младшие. Так было и у нас. Какие-то вопросы, которые надо серьезно решать. Ну, тут Марья Кузьминична всегда. Сначала надо было с ней, чтобы она нашла момент, когда Александр Иванович не устал. И все. В этом отношении она, конечно, была настолько предусмотрительная, настолько, как сказать, трепетная жена. При нас она называла всегда его папа. Он немногословен был всегда, смотрел в корень. И если, допустим, его нужно было решение или совет какой-то, очень односложно, но всегда в точку. Марья Кузьминична каждый день на протяжении более 10 лет после того, как не стало Александра Ивановича, приходила на Новодевичьи, и все время вот она метелочкой, все чистенько, чтобы было, цветочки были. Вот она ухаживала, ухаживала, пока у нее были силы. Журили мы, ну, невозможно было. Она говорит, Света, мне удобно, я на троллейбус села, и от себя до туда на троллейбусе. Что касается, ну, духа
семьи, конечно, он на детях накладывает отпечаток. И, наверное, вот то, что он такой совокупный, этот дух, это не только мама, папа, но это и общая канва семьи, в большом смысле этого слова. Вот. Мне видится, что все дети выросли, в первую очередь, порядочными людьми. Что самое, я считаю, важное. Порядочными людьми, добрыми, честными. Алексей Викторович, вот мы проговорили про родителей Покрышкина, про его уникальную супругу. А скажите несколько слов о его детях. Дети тоже замечательные люди, в такой семье они выросли. Александр Александрович океанолог, геолог, так сказать, вот исследование морского дна. Он хотел быть летчиком, но не позволило здоровье. И поэтому он стал вот покорителем морских стихий, так сказать, всю жизнь посвятил этому, очень уважаемый в своей сфере специалист. А дочь Светлана Александровна была талантливый художник, искусствовед, кончила университет, была прекрасный искусствовед, а потом она и писала прекрасные натюрморты, пейзажи, очень талантливый художник. Вот, к сожалению, она рано ушла из жизни. Вот. Ну и внуки тоже достойны, все люди. Кто-то компьютерами там занимается, кто-то еще программированием. Вы биограф Покрышкина, как никто, его знаете. Но опять хочется, чтобы вы нашим телезрителям подытожили ваш рассказ и вот сумели проговорить суть Покрышкина. В чем уникальность этого человека? Ну, я, конечно, лицо пристрастное, потому что я вжился в этот образ, в его судьбу. Но я много писал о других ветеранах войны, встречался и с героями, и дважды героями писал. Покрышкин, на мой взгляд, это герой номер один России 20 века. Вот как герой, как человек, в котором сошлись все и моральные облики его, и физические, и его деяния, и всю войну он прошел. И единственный трижды герой в годы войны. Во время войны он был уникальный человек. И немцы его признали Ахтун Покрышкин, понимаете? Это... Ну, Илья Муромец от 20 века России. Вот не меньше и не больше. А нам сейчас, я считаю, вот эта личность нужна для вдохновления, потому что девиз Покрышкина был «побеждать в любых условиях, несмотря ни на что». Вот 41 год – побеждать. Да, у них численный перевес. Да, у них радиосвязь на мессерах, а у нас нет. Да, нас там мы теряем людей, лучших людей. Все равно собраться, побеждать, изучить. Только побеждать. Вот в этом весь Покрышкин. И он нужен нам сейчас, может быть, в первую очередь, этот великий наш воин, герой, величайший воин России. Спасибо вам. Спасибо вам, что пригласили.